Наверное, самый удивительный из объектов, окружающих мавзолей Хаджи Ахмеда Яссауи, это подземная мечеть Килуэт. Происходит название от арабского слова «халуатун». В европейской традиции прижилось как «хильвет». Такие сооружения возводили специально для одиночного медитативного размышления, погружения в мысли. Это подземная мечеть Хильвет. Слово «хильвет» в переводе с арабского означает «уединенное существование». Наш предок Хаджа Ахмед Яссауи жил в этой подземной мечети в 12 веке. Ахмед Яссауи решил, что не будет жить, видеть солнце и свет дольше пророка Мухаммеда. И в 63 году добровольно спустился в эту подземную мечеть. Каждый день своей оставшейся жизни он проводил, держа пост, писал книги и воспитывал учеников. Есть данные, что под землей Яссауи прожил еще 62 года и умер в возрасте 125 лет. Большинство ученых с этим согласны, потому что в своей самой известной книге Яссауи в стихах написал, что ему исполнилось 125 лет. Оригинал подземной мечети Хильвет состоял из 18 комнат. Здесь даже располагалась медресе. В настоящее время отреставрировали только 5 комнат. В 1942 году немецкий скульптор Шмидт специально разработал макет этой подземной мечети Хильвет. Впоследствии на основе этого макета и восстановили мечеть. Одна из самых важных комнат подземной мечети – Джамагат-хана. Это комната, в которой собирались мусульмане, садились в круг, совершали зикр и молились Аллаху. Кроме того, сохранилась и комната, где непосредственно жил сам Ходжа Ахмед Яссауи. Это самая важная часть всего сооружения. Еще одна особенность мечети в том, что тогда, то есть в 12 веке, здесь были все необходимые условия. Сохранились умывальная комната и даже подземные канализационные трубы. Самое большое место в Килуэт. Называется оно Джамагат-хана. Здесь происходили философские споры, дискуссии. Оттого это единственное место в мечети. Пережив десятки войн и большинство правителей, впервые подземная мечеть пострадала во времена советской власти. В 40-е годы ее кирпичная кладка пошла на строительство маслозавода. К счастью, специалистам удалось восстановить все внутренние убранства мечети. Например, можно взглянуть на помещение под названием «Гар». Эта комната рассчитана на одного человека и находится на глубине 4 метра. Для погружения в размышления места лучше не придумать.